Ленинградская область, поселок Блудное, 15 километров от кольцевой автодороги. На участке в 10 соток происходит монтаж винтовых свай, которые станут опорами для забора. Грунт из разряда непростых. Насыпь из камней сверху, а внизу и вокруг марь-болото. Долго думать над выбором фундамента хозяину не пришлось, потому что в таких суровых условиях выдержать могут только винтовые сваи. Ну вот взять, например, соседи, которые здесь заливают ленту. Ну, я бы сказал, не очень эффективно, так как со временем грунт плывет, лента она наклоняется, забор косится. Бетонно-ленточный фундамент и болото на самом деле несовместимые вещи. Ограда, поставленная на бетонную опору в таких условиях, может перекоситься, разломиться или элементарно провалиться сквозь землю, чем немало огорчит своего хозяина. С винтовыми сваями такие казусы исключены, особенно в том случае, если монтажом занимаются профессионалы. Установка свай завершится в течение одного дня, а уже вечером можно будет приступить к следующему этапу строительства. За надежность и сохранность забора хозяину не придется переживать как минимум 100 лет, что составляет срок службы винтовых свай компании «Свайнова» – самого надежного, долговечного и экологически безопасного вида фундамента.